Светлана Дмитриева – активный житель дома 8Г по улице Береговая. Решила прийти на семинар-тренинг, чтобы научиться проводить общие собрания жильцов и повысить свой уровень грамотности в вопросах жилищно-коммунального хозяйства. Ведь на обучении можно напрямую получить ответы на все интересующие вопросы от сотрудников госжилинспекции, представителей районной администрации и ресурсоснабжающих организаций, фонда капитального ремонта, регооператора по обращению с твердыми бытовыми отходами и представителей управляющих компаний. Очень удобный формат взаимодействия с властью. Нет необходимости уже писать официальные письма и ждать ответа. А как раз вот здесь уже есть возможность познакомиться с изменениями законодательства и нормативно-правовых актах, регулирующих сферу ЖКХ. Мы очень довольны. Обучиться навыкам управления многоквартирным домом пришли свыше 30 председателей советов и активных жителей. Решение вопросов сферы жилищно-коммунального хозяйства, создание комфортных условий проживания – одно из ключевых условий формирования стратегии лидерства Самарской области. С марта этого года в Самаре работает специальный региональный центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК, созданный по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Организацию семинаров-тренингов курирует Государственная жилищная инспекция Самарской области. Чаще всего вопросы председателей касаются смены управляющих компаний и проведения жилищного контроля. Председатели советов не всегда владеют полным объемом информации для эффективного управления многоквартирным домом. Вот эти встречи помогают как раз устранить пробелы в их знаниях, чтобы управление многоквартирным домом проходило эффективно. Обучающая программа для председателей МКД реализуется во всех районах города. Встречи проходят в формате группового обучения и индивидуальных консультаций. Мария Елчан, Василий Колдашов. События.